Хелло, вот, братва. Сейчас иду на землю снаряд. Покажу, как я ловлю рыбу. Хоть я не умею ловить рыбу, но я люблю ловить рыбу. Ну, приятно будет вам посмотреть это. Ставьте лайк. Будет классно. Сейчас зайдем на землю этот. Я всегда его буду любить, потому что я здесь вырос. Я всю жизнь буду любить землю, именно земснаряд. Даже путя перешел, так очень круто. Кстати, сейчас иду на четвертый пляж, он когда-то назывался. Сейчас покажу вам, вот там был третий пляж. Сейчас я иду на четвертый пляж, это был обрыв. Сейчас придем там, посмотрим. Ну, так чисто посмотрим, что там нового появилось. Может, это новое небо тут появилось. Может, появилось какое-то новое. Сейчас глянем. Сейчас придем и посмотрим. Кстати, передаю всем привет своим подписчикам и всем своим кентам. Знаете, мне уже будет скоро с временем очень сложно передавать каждому привет. И просто скажу моим подписчикам, моим любимым людям, красивым моим людям, которых я всю жизнь буду любить. Дай Бог здоровечка вам. Respect yourself. Мы с вами. Сейчас посмотрим, как типа рыбу ловят. Собачки на меня сейчас напрыгнут. Может, не, они добрые, они не напрыгнут. Собачки здесь, могу показать. Собачки, они добрые. Я плохого ним ничего не делаю. Ну, подойдут ко мне. Беляш просто у меня, кстати, у меня есть беляш с пивом. Не, я не подойду. Ну, Бобик тупо интересный такой. Я честно скажу, Бобик интересный. Ладно, я вот пойду в ту степь. Тут занято, я тупо пробачаюсь. Пойду дальше. Кстати, я вам говорю, вот это земик, именно силь земик. Сидок всегда тупо любит земик, лазит по земику. Кстати, офигенная потуполяночка тут. Кстати, перейду привет вот от Вадиму кушает питу. Я ему покажу, где он живет. Ну, где-то там, наверное. Не знаю, я так повод сказал, провел. Где-то он там живет. А Сидор живет здесь. Передаю очень сильный ему привет. Кстати, сейчас просто, не знаю, сам вот факт, очень хочу передать привет одному своему другу, очень классному. Вы знаете кому? Не, вы не знаете кому. Это Ветка. Ветя. Чтобы он не пошел в армию, а лазил по земснаряду. Ну, тусил по земснаряду, чтобы он шарил эту тему. Хай он это ценит и любит вообще нас, вот Вадима, Вадима второго, третьего, Константиновича, Сидора, дядю Сашу, дядю Сашу 2, дядю Алексея 3. Ребята, любите людей, мы всегда здесь будем, мы земик любим, блин, мы тупо тусуемся на земике. Мы просто, я вам показываю, именно это наш земик, это наш земснаряд. Красивое озеро, топ уровень. Вообще очень бомбовое. Есть люди, которые ездят просто туда, типа рыбу ловить. А у нас немерено рыбы. Мы 24 рыбы словили сегодня. Может, 50 словим завтра. Дай Бог всем за тупоровечка. Respect yourself. И знаете, я вам хочу сказать, это мои слова будут. Любите своих женщин. Никогда не будьте чмырями, гондонами, жлобами. Любите их, они вас тоже любят. Они наши любимые женщины в нашем мире, в нашем обычном мире, в нашей вселенной. Они такие наши, блин. У кого-то дети, если у кого-то дети, ну не важно. Но мы все вместе. Любите их, цените их, они вас любят. Они всю жизнь вас будут любить. Дай Бог всем здоровечка. Respect yourself. Привет и всем передаю.